Согласны с решением? Прежде судья. Ну, видно, наверное, да, чуть-чуть был лучше, да, где-то местами. Больше урона нанес. Да, Александр. Мага куда так убежал? В спешке? В саде, что ли? Мага убежал от вас, от ваших подельников. Не только от нас. Ну и вот от нас тоже. А можешь сказать, что ты шокирован немного результатом? Чем шокировать-то? Ну, неприятно, не хотел, чтобы Саня проигрывал. А так не шокировал. Ну, нормально держался? Многие просто вообще не верили в него. Первый раунд, нокаут, думали, он там... Не-не, ну как, ну, да, Святослав же не такой нокаутер, ну, так сказать, ну, грубо говоря, скажем, он, ну, не ударник, да, он сам признает, что он не из спорта человек, поэтому, что там шокировал? Нормально подрались, порубились. Скажем, да, такой бой равных соперников получился, да, так, несмотря на разную величину имен, да, в спорте. Бесплатные трансляции топовых турниров, расширенная статистика и бонусы за ставки – все это только в приложении Винлайн. Убедись в этом сам. Регистрируйся по ссылке в закрепленном комментарии с промокодом BOX и получи до 10 тысяч рублей на первую ставку. А еще ты можешь стать обладателем перчаток с автографами Коваленко, Дацика и Емельяненко. Наслаждайся игрой на Винлайн. Сейчас просто преподносить будешь, что получается блогер победил бойца ММА, ну какая-то тень, скажем так, на спортсмена может быть брошена. А что, любого сейчас вернуть человека в 60 лет, который раньше был чемпионом мира, там, проиграет все, мне, тебе, там, да? Это, я думаю, нет, что тень, имя было, там, 15 лет назад он его заработал, 20 лет назад, все стареют, да, все. То есть нужно вовремя понять, что стареешь, да, или как? Надо это дело вовремя. Я помню, в моем юношестве, я когда боксом занимался, была такая поговорка, не знаю, кто сказал, не помню. Ну, это было про бокс. Что самое главное в боксе? Вот, не знаю, вопрос. Реакция? Реакция? Вообще работа на ногах. Работа на ногах. Ну, согласен с ним больше, наверное. Здоровье. Работа на ногах, здоровье. А вот в моем юношестве говорилось, в боксе самое главное вовремя его оставить. Да, поэтому здесь... Философски просто. Да, здесь такая ситуация, надо вовремя оставлять. Я ближе всех. Никакие деньги не стоят этого. Этой ситуации. То есть твой совет — это надо завершать карьеру и все. Сейчас я вот просто, мой совет, я воспитан так. Вовремя, ну как я вам сейчас сказал, такую загадку небольшую задал. Вот из этого исходя, надо делать выводы. А если не уходить сейчас Александра, то с кем ему драться теперь? С Исламом, Жатайка. С кем? С Джангаразовым? Дай мою куртку. Адам, дай мою кофту. Куртку. Ну, а если серьезно, все-таки сейчас люди будут говорить, вот проиграл блогеру. Да с кем драться ему? Любой человек, у кого есть, ну, это как блок немножко, ударить может. Любой может так стать перед ним. У Сани пропала опасность. Нет опасности у него. И... Не знаю, что, плохо про него сейчас говорить, да не хочу. Как спортсмен уважает этого человека. Просто он сам загубил свою карьеру. Это не сегодня произошло, это было много годами ранее. Да. Спасибо. Спасибо большое, Вагадо.